правилах то, что потеря одной была бы стоила 0,2, потеря двух была одновременно стоила 0,4. Это, наверное, лет 10 назад такое было правило. Сейчас, в принципе, булавы как единый предмет считаются. Продолжает соревнование спортсменка из Латвии Санта Степлана. В конце была ошибка. Мне хочется вот про Санту сказать, что тоже мы с Любой вчера это обсуждали. Хорошо она очень выполняет прыжок баттерфляй, ну или бедуинский прыжок его в фигурном катании называют. Очень так красиво, легко его делает. Высокая оценка была у турецкой гимнастки. Но мы еще раз смотрим. Вот в этом равновесии обязательно надо касаться стопой головы, причем можно абсолютно любой части, даже бульки, хочешь носа, уже куда дотянется нога. Вот нет такого требования, но касание должно быть обязательно, иначе будут сбавки. Вообще, если посмотреть правила выполнения элементов, то бывают не грубые ошибки, с ними элементы засчитываются, средние ошибки тоже.